А по причине того, что у ваших друзей и знакомых были проблемы с пищеварением, все это, к сожалению, вот я сейчас просто объясню вот эту главную мысль, к сожалению, все это стало хорошей почвой для развития онкологии. Но я вот им пользовалась примерно месяца два каждый день. И все нормально. Все нормально. Я даже порадовалась. Думаю, как хорошо, я теперь избавилась еще от одной болезни.